Ну что, ребят, всем здравствуйте, всех приветствую, мы продолжаем проходить Far Cry 3. Да, очень интересная игра, очень классная, и мы уже почти дошли до финала. Сегодняшняя серия будет очень длинной, ну как, довольно длинной, подлиннее, чем предыдущие, да, там довольно-таки длинной, то есть можно час, на час 20, час 30, где-то так, так что, Саш, поудобнее, ребят, накладывайте покушать, приятного аппетита, кто уже кушает, приятного чаепития в пить или пить воды, приятного просмотра, надевайте пледик обязательно, приятного просмотра еще раз, а мы, собственно, начинаем. Так, за какого остановились мы вот на этой самой, да, миссии, когда вот нужно Сэму, вот видите, Сэм сказал, что нужно куда-то поехать. Мне нужно. Ой, блядь, а чё их тут так много вообще-то? Тихо, пожалуйста, дядя, не надо, дядя. Блядь. Я не думаю, я знаю, блядь. Да ебать того рот, и огонь ебучий. Так, ладно, поехали. Я, это нам нужно, конечно, эту хуйню сделать, понял? Поехали. Пошли. Сейчас рванет! У тебя нет шансов, ни единого! Успеем. Это лучший день в моей жизни! Чё за хуйня-то, блядь? Бля, я реально поражаюсь. В прошлой серии поражался до игры просто. И сейчас поражаюсь в игре просто. Я в аху, реально. Поехали. Это лучший день в моей жизни. Приготовь следующую бомбу. Здесь слишком много резервуаров! Сразу так встану, мне плохо. Давай, блядь. Я понял, как надо действовать было. Ага.
Блять. Когда веселишься, время бежит. Еще один. Да ты будешь стрелять по ним или нет, блять? Или мне самому делать? Чешо. Блять, ну ебаная деревяшка ты нахуй! Бля, игра просто суперская, я обожаю. Я вам рекомендую всем, ребята. Готово! Когда веселишься, время бежит. Еще один. Еще один, ты еблан. Занимай пулемет, я иду внутрь. Всем ебланы, что ли, блядь? Хуякс. Дожди нахуй, мне нихуя не видно, блядь, из-за этого. Давай вот это сейчас сделаем с тобой. Два. Одно сейчас тут используем и сделаем вот это. Сейчас рванет. Я поведу. Убей их. Кайса. Убей их. Может, мы поедем? На чем мы застряли? Ну ладно. Победа! Получилось! Америка, в рот вас! А теперь закончим дело. Убьем Хойта за покером. Давай, краба. Встретимся у дома Хойта. Встретимся сейчас, секунду, подожди, блядь. Сейчас вот будет пизда тоже. Так, броник сразу берем себе нахуй. Так, а чё у меня там по созданию предметов? У меня есть боевой стимулятор один. Один, да. Есть приток эндорфинов. Один. И лекарств. Ну все, это оставлю. Я вот эти два листка ставлю на ПП-шку, а это использую в конце. Сам, ну там, перед тем, как, да, кое-что. Самый финальный здесь, вот именно.
так сказать, миссий. Навыки у нас есть. Три навыка. Ебаный, бля. Ну, что нам нужно? Давай. Вот эту тему, 100%. Вот эту тему, да. Ёбнешься, да, совсем? И вот эту нахуй пусть будет. О, вон еще зеленый лист, сука. Я его заберу сейчас. Сюда иди нахуй. Иди нахуй, нахуй, все. Так, ладно, куда нам там? У него дома, да? Так, давай что посмотрим. 8 усиления чувств, 7 это приток эндорфинов. Хорошо. Нужная тема. ХПшечка. Подожди-ка нахуй. Опа, бабки. Бабки всегда нужны. Так, а броника здесь нет, да, если что? Видите, нам не просто так дают все это дело. 25, нет, да. Так, погнали к нему. Где он, блин, находится? Тебя привел сам, да? Он реально крут. А ты крут, пацан. С этим отморозком нужно держать ухо востро. Ну что, друг мой? Готов к делу. Или нужно подождать? Ведь когда мы начнем, пути назад не будет. С этого момента доступ к острову и другим зданиям будет запрещен. Вас можешь продолжить после того, как история завершится. Сука. Погнали. Я спрятал нож в ботинке. Отвлеки его, когда я скажу сдавай. Да, понял. А, привет, парни. Входите, присаживайтесь. О, пизда, сейчас... Все, сейчас будет жестко. Пятикарточный холдем вас устроит? А? Могу я вам что-нибудь предложить? Хотите поесть? Орешков? Нет. Забавная игра, покер. Спросите о ней на улице, и вам скажут, что все зависит от везения. Но Сэм скажет, что главное — это блеф. Да, Сэм? Я. Но это не так. Главное — заставить игрока играть до разорения. Ставлю столько же. А мне спешить некуда. Чё, let's go, блядь. Сейчас я нахуй вас разорю здесь. Сейчас мы вас разъебем здесь, давай. Чё у меня за карты? А-а, поднимаю. Хуйня, не карты. Блядь, а можно? Отвечу. Только же. У меня хуйня по картам вообще. Чек. Оставляю. А я подниму, мне похуй. Ставку вижу. Поднимаю. Я отвечаю. Ставлю столько же. Я выиграл нахуй. Мы с ним выиграли. Все такие правила. Надо же! У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще? Уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу.
Я видел, как ты встретился с Райли. Я чуть не расплакался. А меня нелегко разжалобить. Признаюсь, я тебя недооценил. Ты пытал собственного брата и уничтожил половину моей компании. Стрит, ну хуйня, короче, у нас. Ну, пусть фишки лягут, как им положено. Я тебя прощаю. Итак, назови свою цену. Все имеют цену. Вы куклы, а мы дергаем за нитки. Так работает вся система. В жопу систему. Охуенно, чел, ну ты, блядь, можешь будешь мне нормальные карты давать? Блядь, берет нахуй. Блядь, мошенник че не мошенник ты, блядь? Да, все охуенно, сейчас два туза седал, блядь, да? А мне вот, блядь, две четверки дал, ебаные, блядь. А, ну понятно, знаешь, что, Джейс, я сделаю тебе поблажку, как человеку семейному. По пальцу за проигрыш. Чего, блядь? Думаю, я начну с безымянного. Джейс, теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Я не получаю от этого удовольствия. Увы, это так. Нож можно держать и 9 пальцами. Я учился этому до твоего рождения, сэр. Ну давай, старик! Ты разочаровал меня, Джейсон. Ты не навестил своего маленького брата Райли. Где он? Не волнуйся. Я продал его одному типу из Йемена. Он любит молодых. Я убью тебя! У меня влиятельные друзья, они найдут тебя. От тебя ничего не останется. Ты не можешь выиграть. Все карты у меня. Так чего же ты боишься, а? Твой брат уже на аэродроме. Не боишься опоздать на рейс? Я отложу вылет. Ебать. Жестко нахуй. Бля, ебать, он поменялся, да? Главный герой пиздец как поменялся. Ебанешься, блядь. Блять. Чё там? Блять, я не помню. 7, 8.
Пососи хуя. Пососал? Я кстати, так же делал, когда проходил последний раз. Просто пробежало все. Подожди, нахуй. Вот так вот сделаем. Бать, снизу у меня просто эти. Сосите пичку, блядь. Пососали, блядь. Бля, просто эти белые ячейки просто как мех уходят. Алло? Джейсон, ты где? Они всех собирают, я не знаю куда. Помоги. Кто? Я тебя не слышу! Как можно быстрее. Что за хрень? Аэропорт уже близко. Будь там, Райли. Дожди нахуй. Чтоб мне, да, как говорится... Сейчас ему быстренько вот это. Опа. Все-таки чеки какой? Он 8, да? 7 у нас. Окей, все, все, все. Да, тихо, тихо, аккуратно. Вот еще не хватало. Пара-ра-ра-ра. Парам-пам-пам. Хуякс. Соси член. Хуяп. Блять, ну ты еблан. Опа. Сосать, ребяточка. Погнали. Хуёй это, блять. Погнали. 8, чтобы их видеть. Райли должен быть в одном из этих зданий. Хуяна, спасибо, что вошел. Как то войти-то, блядь? Суки! Пизда просто. Бля, у меня одна хпшка осталась. Одна хпшка у меня осталась, блядь. Слава богу! Получилось. Слава богу! Я думал, что ты не придешь. Нужно бежать отсюда! За мной! Я уж думал, что не увижу тебя. А можно мне, пожалуйста? Ребята, можно? Поехали. Бля, здесь явно есть хпшка где-то, блядь. Оха. Бля, сейчас будет жестко. Вертолет водишь? Нет! У тебя же есть право! Сейчас будет жестко. Значит, учись сейчас. Что? О, черт! Давай, ебать, взлетай ногой. Сосать нахуй, я сказал, блядь. Сказал сосать вам, блядь, всем, блядь.
Бля, такая охуенная музыка, классическая еще. Ух. Давай, давай, брат, взлетай, 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 брат. Ты на крыше хуебана должна быть. Я не знаю, что делать. Используй силу. О, спасибо. А сам не хочешь? Черт. Черт. Вот и все, отъездился. Я думаю, я потопил твой линкор. Бля, ебать охуенно, да? Прикольно. Бля, ебать, просто. Тут, да, тут проработали, согласен. Здесь прям красиво сделал. Бля, так вот этот огонь, который, блядь, горит нахуй. В воздухе, ну ладно. Бля, спасибо, что ты меня летишь, когда... Я не вижу нихуя, где они, блядь. Бля, брат, где они? Сука, ебан он стоит. Полетели нахуй. Давай, 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 давай. Все, пизду. Ебашим отсюда. Улетаем, улетаем. Я помню, эту миссию не проходил, ну, не, проходил с первого раза, на легком. Когда я первый раз играл, я с первого раза не проходил эту миссию, вообще пиздец. Блять, а можно мне повернуть, пожалуйста? Я хуй вижу, а он мне... Хуйня ебаная, смотри. Улетай домой, вон, смотри, минус вертолета. Готов, вертолет. Блять, а можно выше? Блин. Все, полетел домой, вон, смотри, видел? Вертолеты, блять. Блять, получается финал. Финал? Удерживай этот курс! Остальные уже ждут нас! Хорошо, хорошо, я смогу, смогу. Да, ладно. О, это круто! Ебать, финал, ребят. Финал. Блять, давайте. Блять, я сказал, что это будет довольно-таки долго, блядь, серия, но нихуя она не будет долгой. Жди здесь. Что тут? Черт. Где они? Где мои друзья? Я не смог остановить лесных воинов. Прости. Они забрали твоих друзей.
храм. Давай мы с тобой на этом остановимся. Финал будет в следующей серии. Да, такая короткая серия получилась. Спасибо за просмотр, ребят. Ставь лайк, подпишись на канал. Вы скажете, ебать, ты охуел, что финал уже, ебаный, блядь. Давай финал тут. На следующую серию оставим это. Финальчик и, блядь. Вы узнаете, что я выберу. Я выберу то, что... Ну, все знают два финала, да? Один из них будет в Телеграме, да? Вот на ваших экранах уже есть Телеграм-канал. И ссылочка в описании тоже есть на Телеграм-канал. Там будет один из вариантов... Консолок. Не тот, который я выбрал, а тот, который я не выбрал. Тот, который я выбрал, вы увидите в следующей серии. В принципе, все, спасибо за просмотр. Такая серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, реально. Это огромная поддержка мне и продвижение канала. Спасибо огромное, реально. Вот, увидимся в следующих сериях. Спасибо еще раз за просмотр. Давайте.